Я хочу сейчас кекса. Кекса я сейчас хочу. Что? Что? Я хочу сейчас кекса. Кекса я сейчас хочу. Что? Что? Ну, короче, единственный сервер, возможно, D1. Все спать уже сваливают. Да пора бы уже. Время-то сколько? 6:30 у меня. 4:30 в Москве. Так, где мы? Охренеть, а мы-то где? Покер, нет, сегодня покера точно не будет. Так, ладно, надо собраться. Вообще, в городе, если попрет, можно просто человек 15 набахать. Главное собраться, особо не отвлекаться. На время вот на такое говно не тратить больше. Типа чисто оружие нужно нам. Вот, ну, ладно, вот еще шлем возьму. Все. Теперь в порядке. Голова в тепле. Хорошо, еще вот этот жилет топовый в игре возьму. Хорошо, еще вот рюкзачок еще. Вот рюкзачок мне охота. И прицел хороший тоже. Ладно, все, теперь только оружие. Только. Странно, как-то. Видимо, мы слишком быстро сюда пришли. Ой, эти, блин, хитбоксы дверей, блин, в армии. Это просто что-то. Блин, как же FPS это неприятно. Я уже забыл про это. Попытка, не пытка. Чё-то я не понимаю, он прям на севере города вообще, куда он стремится? Куда он хочет пойти? What the... Блин, я слышу, как он с вышки стреляет. Но почему-то он здесь в меня попадает. Да, он на вышке. Вот чем мне не нравятся сироки от третьего лица, ну вот что это такое, ну вот я просто стою, смотрю на человека, он меня вообще не может увидеть. Уехал, короче, ну и хрен с ним. Испугался, видимо, чего-то. Немного потусовался, подождал меня и ушел. Ладно. Ладно, погнали. Тихонечко покатаемся пока что, пока круга нет. КамАЗ заведенный. Угу. Ага, понятно. Максим Гудини водил его. Опа, самолет. Поехали за ним. Вот вам и экшен. Сейчас по-любому выкинут ящик и меня застрелят, я помню. Ага. Где-то передо мной прям. Ага, вон справа с этой с бочки стреляют. Давай, удачи тебе по спортивному хэтчбеку попасть. Вот оно! Вот это мне надо. Вот это надо залутать. Вот это надо машину забрать. Все, найса вообще. Вот это я понял, вот это танк просто. Местный танк. Опа. А вот это ошибочка. Да, ну расстояние не то. Он разбился. Сори, чё-то в голос, короче. Я, видимо, попадал по нему, он решил, что надо это, короче, засуицидиться. Да, у него дурацкий ТЗ. О, на ящик залип, на ящик залип! Ага, ща выкинет, конечно. Меня, походу, увидел. О, ты решил по полянке поехать.
Что? What the fuck? Три чувака, и все смотрели на меня, еще из первого... А, боже мой. Ну, короче, как предполагалось, раз, два, три на краю, четыре. Ну, может... Охренеть, вы что, ребят, с ума сошли? Я что-то... Они реально, смотрите, квадрат заняли. То есть это как бы, они в тиме, они типа сели и реально заняли квадрат. Либо они вот этого чувака секут просто втроем вокруг дома. Но мне что-то кажется, что... Давайте, знаете, немного катку посмотрим. Наверное, на еще одну меня не хватит. Охренеть. Трое. Или даже четверо. По кому он стреляет? По домику? Вообще непонятно, чем тут люди занимаются. Но походу, да, реально, оккупировали пацана какого-то. Иначе я вообще не понимаю, что из-за ситуации где-то в месте, где вообще ничего нету. На выходе из-за тири, в томе какой-то чувак сидит. Да, ждут, пока от старости помрет. Похоже на то. Он даже дверь бы хоть входную закрыл, он даже к ней боится. Кто ее пасет-то, вот, входную дверь? Они все как-то за домом. Вот этот... А этот вообще не смотрит на дом. И все с пистолетиками, да чё ж происходит-то тут такое? А, нет, это Сэмка, а эти трое с пистолетами. Чё вы... Нет, они, короче, походу реально квадрат держат. Они, походу, реально вчетвером держат квадрат. Я не понимаю, что творится. Типа, ребята, ну, скорее всего, как-то оттренируют стратегию какую-то или что-то типа того. Да, так. Мне интересно, что здесь происходит, но, походу, тут реально просто вчетвером люди смотреть тут тоже не на что. Ну да, вон они все в машину побежали. Все понятно. Ну, вчетвером на 64 человека прикольно, наверное, играть. Единственное, вот этот парень что-то убегать начал. Он, походу, реально не с ними был. Нет, ну такого не может быть. Что за наркомания? Видали? Вот этот пируэт. Well played. Короче, я не знаю, ладно, что-то творится. Они уехали в закат. Просто куда-то. Это наркоманы какие-то. Они реально себя обдолбанные там. Чё, держим позицию. Да, вот, чё, машина, поехали. А всё, куда? Куда, не знаю, хочу туда. Всё, едем. А меня забыли, пацаны, я тут это, ладно, я сам, всё. Поехали, нормально. Ящик там упал, ящик лутает. Ёшки-матрёшки, тут два пулемета, три пулемета. Вот это подфартило. Сидели, значит, всю игру в домик смотрели. Потом, вуаля, ящик с тремя пулеметами для трех человек, как заказывали. Да. Чтоб вы в круг не успели. Чтоб ваш водила был как гудок, сейчас врезался бы куда-нибудь, и вы пешком побежали. И не успели. Лакеры. Давайте. Все, я их проклял. Должны врезаться. Ну проверь, как пулемет работает. Вот в колесо прицелься, стрельни. Просто по фану. Давай. Смотри, спать. Да нет, ребят, это скучно. Слишком скучно. Круг слишком большой, люди слишком далеко друг от друга. Пожалуйста, ну врежься куда-нибудь. Да блин, тут невозможно нигде врезаться. Он, да, они даже демеджа, по-моему, не получат. Эти пулеметчики. Фантомик. Нифига себе, ты хостишь даже. Спасибо тебе большое за хостинг. Можешь уже вырубать, на самом деле. Потому что я сейчас уже спать. Не, они получат дэмэдж. Да, вы получили. Ну-ка еще. А еще дэмэджи. Ну-ка еще дэмэджи им. Давайте, вот тут сейчас. Эх. Так, ладно. Они едут на четвертого их наркомана. Но походу он просто сказал, не, пацаны, фак это, я не побегу, мы не успеем в круг. Вот, и они без него просто поехали. Ой, ну нет, ну давайте не на границе круга, вы чё? Подождите, они кого-то потеряли.
Они получили дэмэдж, походу. У них один чувак умер, этот хромой. Ой, короче, это надолго. Я думал, они сейчас ворвутся, но походу нет. Так, давайте посмотрим вот за этим делом. Опа, какая встреча. Какая встреча? Вы чё, тоже в пати? Да ладно, а те тоже с вами, что ли, в пати? Или как они вас втроём не заметили до сих пор? Так, смотрим по никам. Да не может быть, вы не могли в пятером играть. Это уже слишком. Ну эти вдвоем, ладно. Я не понимаю, подождите. Не-не-не, они заметили машину, явно на палево подсели немного, так. Да идите, вы в пятером играете, вы серьезно? А, нет. А эти наркоманы просто легли на ровном месте. Алло, чувак, стреляй в него в ответку. Алло! What the fuck? Друзья, а вы-то что ему не помог... Алло, друзья, вашего друга убивают. Ну сделайте же что-нибудь. Тоже мне расселись по позициям. В них чувака стреляли, не знаю, секунд 30. Они даже никак не помогли, не смогли. Так, пополз. Game is hard. Да, game is hard. Да-да-да, они втроем. То есть тот чувак реально... И опять эти посиделки. Вы что, наркоманы, что ли? Что за бред? Что вы делаете? Бог ты бой. Что за наркоманы? Они просто... Они находят себе маленький домик и ухаживают за ним. Они как бы... Ай, ладно. Ходят. Эти наркоманы вообще, они нашли себе домик и просто охраняют его. Ребята, кекс, это наш домик, спасибо, укроп, давай ухаживай за ним. Я не знаю еще, как пошутить на этот счет, но, короче, что-то такое, мне кажется, у них в мыслях. Реально, посмотрите, они просто пасут дом, короче. Или у них стратегия какая-то. Они там вчетвером у дома 10 минут лежали, вчетвером у дома. Типа, так, запад, юг, восток, там, ты вот так, север, все, смотрим. И они тут тоже. Ладно, я им придам немного это атмосферности, а то что-то совсем они унылые сейчас. Сейчас все будет, ребят. Вот этим наркоманам. Они явно представляют себя как-то вот так вот. Как будто под этот трек играют. О, новый дом, укроп, смотри. Давай тут тусоваться. А их друг постоянно такой, знаете, неформал такой. Не, пацаны, я... Типа, тихо-тихо, тут обстрел, ползаем тут. Вспышка слева, всем лежать. Вот, наконец-то, их поливать начал, призрак. Бежим в дом, быстрее. Им бы нехило скорее. Ну да, как это... Как видят они эту катку, ребята? Смотрите, до и после, 10 секунд, смотрите, как видят они эту катку. Эй, бро, давай, перевяжи меня бинтом. Хорошо, давай, да, выстрел на 330. И как видят остальные эту катку? Эй, брат, у меня потом стреляют, прячься. Черт подери, там стреляли, я не хочу выходить. Я хочу умирать, как Джонни. Малыш Джонни выпал из машины, когда ему было всего 17. Ебаа, Не плачь, все в порядке. Он оставил нам свой пулемет.
Ну это долбанный наркоман, который с нами, он даже не стал его забирать. Сидим, сидим, смотри за дверью смотри. Нормально все, а Степан смотрит нашу дверь. Главное, чтобы в окно никто не влез. Все, все, нормально, нормально? Подожди, я ем шифер, я ем шифер. Так, у нас два пулемета. Мы сидим в доме. Что может пойти не так? О боже, походу сместится круг. Ползи ко мне срочно. Ты должен прикрыть меня, мне надо в туалет. Все, я сходил, давай. О боже, круг сместился, что же мы будем делать? Я не вижу никого дома впереди. Нет, я не хочу уходить. Призрак-то их пасет. Призрак, убей их всех, у тебя есть глушитель, у тебя есть возможность, давай. Я надеюсь, их призрак просто троих сейчас шлепнет. Вот это было бы круто. Так, вдвоем в окно посмотреть. Смотрите, как он выглянул. Видели такой? Оп, типа. Блин, как на того, который выглядывает? Поставить камеру. Во. Такой типа, ага, ага. Нормально, нормально, пацаны, время еще есть. Призрак пошел, пошел, пошел. Вообще, вольни их всех. Блин, может это тот призрак, который на Алтисе с нами играл? Может он их всех завалит, реально было бы классно, потому что это явно какие-то ЛВСики. О, они увидели его, походу. О, нормально, вот это под музыку было только что. Я вот это видел. Крутое пике. Я пострелял по стене! Да ты идиот, Джонни! Зачем ты стреляешь в стену? Она не простреливает. У меня же пулемет. И чё, это арма. Чё, ничего не простреливается. Как? Меня вчера убили прострелом. Да ты идиот, ты просто вылез, это был рассинхрон. Дурацкая арма, зачем я потратил свои деньги? Эй, придурки, тут давно уже круг. Вы чё там делаете? Прости. Так, нам надо бежать. Нам надо бежать, но он где-то рядом. Я боюсь. У меня настрой, у нас два пулемета, и я боюсь. Там какой-то человек, он нас стрелял. Так, давай получим демеджа, умрем в доме, а потом будем думать, что делать. Хорошо, мне сломали ноги. Время выходить. Мне сломали ноги, теперь выходим. Так. Я стреляю, я попадаю. Так, так, так. Я вижу кого-то, я попадаю по нему. О боже, он тут, он прям перед домом. Помоги, бро. Так, так. Я понял, где он был? Слева, справа, сверху? Хорошо, сейчас, 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 подожди немного. О боже, меня... Я умер. Черт, мы были не в круге. Дебилы, я же вам сказал, что вы не в круге. Почему вы такие тупые? Почему вы такие тупые? Вот это, ребята, вот это наркоманы. Не знаю. О, ребята. Они просто сдохли вне круга. Все, один выпал из машины. С пулеметчик, блин, один выпал из машины, сдох. Двое просто в доме сидели и сдохли вне круга. Ой, дают, а. Блин, я пропустил что-то. Этот наркоман еще один сдох. А, он просто отсоединился. О, мы сидели 30 минут в доме. Ну, ребят, не без вас скучно. Я ливаю, короче. Да чё ты доиграй, ты чё, мы втроём сдохли просто так, что ли? Там трое осталось. Не, я не хочу. Мне скучно. И ливнул, походу. Просто ливнул. Так, ладно, трое людей осталось, я не знаю. Так, ну и тут, в общем, вот эти ребята довольно близко друг от друга. Очень близко друг от друга. Но он его не видит.
А, не, увидел. В голову прицелься. Это что, не в пати, что ли, или он троллит? А-а-а, тролляка, а ну-ка. А, не, в пати, походу. Блин, вот бы был угарный, если они не в пати. Снайпер, смотрите, снайпер лежит. Походу не в пати, судя. Ой. Ну по сторонам даже уж ты не смотришь. Так, ну это должен был услышать. О, побежал, отлично, вот это мне нравится. Нет, не падай! Это тот, как, кстати, как раз. Во-во-во! Он уже увидит, он уже его видит. И будет конец катки, ребята. И будет конец катки. И это он. И все. И все 10 часов, ради которых мы собрались тут. Фу ты. Короче, ради этого момента мы собрались тут. Ты же, да, перед тобой два трупа лежит. Ты же только что смотрел на них. Алло. Ну. Делай свой ход. Хорошо, они не двигаются. Ты думаешь, что это трупы? Следи за ней. Двигается! Мать его, наверное, это человек. И какашка лосяка лыжится на ветру, я не уверен. Да, ребят, я не знал, что она такая интересная получится. Наркоманы кругом. Ну же! Какашка лосяка лыжится на ветру, давай. Он пивас пьет, не мешает. Да, он сейчас как... Да, я тебя вижу. Сделай шаг, я дам тебе шанс сделать первый шаг. Так, у тебя нет друзей случайно? Фотомас. А, он на камень смотрит, реально. Реально, чё мы тупим? Ну он вот. Он такой, я ничего не вижу. What the fuck? По-моему, отсюда откуда-то были выстрелы. О боже, какой камень. Какой камень. Ой-ой-ой, как дерзко. А тот лежит, тот не видит. Иначе бы он... Ой-ой-ой. Динер меня, чикен динер. Вот, собственно, и заканчивается катка. На этом и заканчивается мой стрим, ребята. Да, довольно забавное окончание катки именно. Наркоманы, конечно, которые в доме просто решили сдохнуть с тремя пулеметами, не выйти. Причем чувак был снаружи и никого, ну, мог бы прикрыть. Нет, мы типа лучше сдохнем. Ну его нафиг из дома выходить. Да, было забавно. Призрак хорош, закрыл их там, блин. Они прям реально просто решили не выходить и сдохнуть. Ой, ну ладно. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Вот, ребят, всем спасибо и спокойной ночи вам. Спите сладко. Пока.